Всем здорово, с вами я, Проскрин. И мы сегодня продолжаем с Катей плыть по этому океану. Ой, Катя, мы застряли. Расплываем. Помнишь, мы тут начали плыть, помнишь? Ну, я не знаю, что нам делать. Тут, конечно, все фигня. Тут маленький осьминожек! Сейчас плывем. По крайней мере, пытаемся. Катя, мы приплыли опять не туда. Мы вернулись к небоскребам. Давай уж здесь остановимся. Или нет? Где-нибудь подешевле, потому что небоскребы еле дорого. Да? По дороге Катю обокрали. Я еле-еле ее нашел. И она сплыла куда сходить. И уже они кто-то гнался. Я еле-еле спас. Но ее все обокрали, да? Что теперь делать, не знаю. У меня только вещи остались. Мне нужно сейчас плыть. Давай вылезем. Вылезай. Вылезай, Катя. Вылезаешь? Я отходя от лодки. Я не хотел. Он убежали. Можешь выкинуть? Я не бежим. Правильно? Ты бежишь? Бежишь, Кать? Кать. Я не помню, что ты не отвечал. Со мной, надеюсь, идешь. Я хочу найти какую-нибудь. Я вижу деревню. Конечно, можно в ту сторону пойти. Пошли в город новый. Или в деревню. Давай сначала посмотрим, какие цены в городе новом. Подожди. Давай. Ну пошли. Хотя бы цены посмотрим. Если слишком дорогие, то не будем. Ведь мы можем еще оплачивать. Может, сначала оплатим одну сумму, потом другую, если у нас денег не хватит. Ты понимаешь, уже в деревне не так уж. Ну, как бы если думать, то не так, все равно там собственные дома, это дорого. Ёп, смотри, какие тут небоскребы. Ай! Осторожно, Катя. Я внизу. Осторожно, давайте сейчас помогу. Где есть блоки? Подожди, сейчас вниз. Пускай я буду сейчас. Окон. 12. Ну ладно, давай сейчас. Можешь спуститься? Давай, смотри, я тут все блоки сейчас дешево. Пропаркуешь немножко. Паркур достаточно сложный. Вроде бы нормально. Иди за мной. Прыгай. Видишь? Такой паркур небольшой построил. Паркурчик. Давай спрыгивай. Сейчас, подожди, не прыгай. Подожди, не надо строиться. Да вот, и сюда спрыгивай. Давай. Какая небольшая лестница. Давай. Прыгай. Не надо туда простраиваться, просто прыгай. Рыба. Рыба. Я спасу его. Тут рыбы спавнятся и все подыхают. Жалко. Так, ну, отменник, забирай хотя бы рыбу, пожалуйста. Еда, забирай. Забираем, вот там валяется еще рыба. Ну, я не знаю. Я примерно знаю, сколько, мне кажется, знаю, сколько тут будет стоить. Даже смотрю вверх, там не стою. Не смотрю. Примерно 10 тысяч, а то и миллион. Я 10 тысяч слишком сильно заявил. Это фасон, это да. Это да, конечно. Как же тут все дорого. Кать, беги ко мне, ты где? Кать, ты где? Катя! Нам тут точно не жить. Тут и золото все. Понимаешь? Смотри, тут и золото, золотые блоки. Нам точно не жить. Слишком все дорого, скажи.
подожди. Ну пошли подальше. Там слышно, что в этом городе ведь еще есть кое-что другое. Давай на ниже. Ладно, это небоскреб. Фу на него. Когда заработаем, может, будем жить на батарее. Побежали. Рыбу еще я спал. Рыба, живи. Я же сдохну. Еще одна рыба сейчас. Побежали, бежали. Где ты? Побежали по улице. Ой, не буду по снегу, а? Почему? Кать, можешь славим сказать? Все, побежал. Пока. Догоняй. Не надо уже спасать этих рыб. Их уже никак не спасти. Кать, я хочу найти нам дом. Ты понимаешь? Нам нужен дом. Без дома нам никуда. У нас дом сломан, и все. Это ничем не поможет. Ты не помогаешь досками застраивать. Ты плохо застраиваешь, Кать. Я не сейчас застраиваю. Ой, странно, нормально. Ты чё там делаешь? Ой, так же странно. Вот, мне не хватит, Катя. И ещё блок. Ну давай, только досками не надо, я ещё булыжник добуду. Ну как тут булыжник? Если все уже умерли. Думаю, 24 хватит. Там еще рыбы тут вон. Живите, живите. Они все равно будут спавниться, так что. Но те, которые уже будут дальше спавниться, все останутся живыми. Все, видишь, я прыгнул, все. Я вижу, люблю. Ты погнал. Побежали за мной. Побежали. Вперед. Че ты болтишь сегодня? У тебя горло хрипло. Ладно. Ну да, конечно, мы плавали там. Ты упал еще в холодную воду зиму. Конечно. А хрипнуть ты и сильно можешь запрыгнуть. Вообще говорить не сможешь. А какие тут улочки? Сейчас, конечно, ночь, все спят. Никто не ходит. Так, паркурчик. А вы убежали? Еще, я не знаю, мне кажется, нам тут не жить, да? Ты, ну что ты там сидишь? Побежали. А ты где? У меня достаточно тут. 3 стака V-баксов, 22 алмаза, 21 золото. И морковки можно в куда-нибудь дать. Золотые. И все. Заработаем. Денег. Чего? Подождать. Ну, осторожно. Волос не напрягай. Нужно его вылечить. Пешком на переход. Все сейчас. Кать, смотри, я вдалеке там не суперсильные большие дома вижу. Может, здесь мы поедем? Квартиры. Да? Наверное. Квартиры. Нарушим немного. Нифига не. Идёшь? Ты где? Беги. Беги. Так, смотри, там еще дома. Я думаю, то, что дома еще дороже, чем квартира. Как ты думаешь? Да? Что мы реально дороже? Квартира немножко подешевле. Яблочко выпало. У меня дерево яблочко выпало. Хочешь дам поесть? Кать, ты где? А ты уже бежала до меня, нет? А, держи. На яблоко ешь. Бери, вон яблоко валяется. Все, побежали. Побежали. Может, квартиру что-нибудь найдем. Годное. Ой, так нельзя. Вообще ничего нет.
Ну вот квартиру, выбирай. Ну-ка, я понимаю, то, что самый дешевый это первый этаж. Давай зайдем. Какое тебе это здание больше нравится по цвету? Куча зданий. Я, конечно, там золотые этажи блоку выставляю, этажи дорого. Мне нравится... Что? Это я не понимаю твоего языка, который больной язык. В каком смысле больной язык? Когда ты болеешь. Ты... Ты макака, что ли? Катя, объясни мне, что это вот этот дом? Да? Вот этот? Который я сейчас впендюрился, да? А да или нет? А подписчикам нельзя сказать да или нет? Скажи. Ну ладно, пошли найдем вход в него. Я не знаю, но минимум на первом этаже нереально жить. Вот на эти смотреть. Минимум на втором или третьем. Пошли. Капуста. Нет, ты чё? Что такое? Блин, чё? А это квартира? Пустая квартира. А если прокопать? 4 бетон. Еще какая-то фигня. Даже лестницы нет. Походу, ты выбрал не самый идеальный вариант. Не знаю, наверх подняться, конечно. Это жесть. Ты меня бьёшь. Здесь как-то не понимаю. Ну, вон еще подъезд. Или это всего лишь подъезды. Потому что вон, вижу, окна можно. Опять какая-то фигня. Если наверх покопаться. Наверх там есть что-то. Попробуем подняться. Даже не знаю, бесплатно, что это чуть можно или как. Даже не понимаю. Ты еще дом? В доме? Кать, ты где? Ну что делаешь, пошли. Не, ну квартира хороший вариант, но как-то я вижу, тут не очень хорошо с квартирами. Запрыгнем и... Фух. Да, с квартирами тут не супер. Ну, пошли. Значит, узнаем, как... Что с ценами на дома. А мне вот как-то уже жить тут не очень хочется. Смотри. Уже хреново. Уже хреново. Смотрите. Он не задел. Корки даже не съел. Будем жить, а как? Попу хотя бы одну сделать, вообще не идеально. Все. Катя, ты бежишь? У нас блоков не хватает, давай землю построил нам проход, иди ко мне, иди. Я построил проход. Побеги. Беги, Кать. Я уже добыл, не надо. Ты тоже сделай. Он там тоже строит два прохода будет. Ну, вижу, дома не такие уж плохие. Мусорки хорошие такой. Сиди, жопу построили. Для машины, конечно, тоже. Это, ну, здесь территория. Домик. А в доме-то нормально. Идем. Вроде вот. Стол есть. Уже вроде чуть похоже на дом. Кровать есть, все есть. Все есть. Умывальник есть, душевая есть, кабинка есть. Где мыться есть, все есть. Замечательно. Я выбираю этот дом. Есть.
Я тебе просто где? Все, уже спали. Неужели мы нормально? Наконец-то вам что? Ты какой дом выбираешь? Который ты зашла? Да, я там посмотрел. Тот, который рядом стоит дом. Интереснее. Кухонька, ясно. Здесь какой-то будет гараж, выход. Может, машинку купим еще какой-нибудь? Кабинетик? Ну, они практически одинаковые дома. Строили одинаково. Блин, одинаково. Даже перед соседом классно, нечем. Чайки будет. О, железная дорога. Круто. Вижу одинаковые дома. Вопрос почему? Может, это на улице так? На одной улице так одинаковые. А вот, да, это на такой улице одинаковые. Я вижу, там еще кирпичные дома. Пошли на кухню. Ну, ты пока ходи по этой улице, где зеленые дома. Давай иду посмотрю, где кирпичные дома. Мне кажется, где кирпичные дома, они там уже подороже стоят. Я уже заболтался весь. Ну и они даже заперты, Кать. Кирпичные дома заперты даже. Вон там под... Нет, ну, походу, кирпичные дома дорогие, слушай. Ой. Что тут за фигня такая? Ладно. Паровозик, тр-тр-тр. Что за фигня такая? Господи. Конечно, жить-то возможно, но... Что ж тут так построили? Я буду жаловаться. Жесть, конечно. Одна жесть. Сколько будет стоить дом? Здравствуйте. А вот по какому поводу? Я хочу посмотреть, этот дом. Да. Этот дом будет стоить 2 стака. Два, точнее, 2 стака. 2 стака и 32 фрибакса. Я хорошо? Принимают такую сумму? Нет, вы можете принять, если у вас такое есть. Хорошо. Ну что? Хорошо, я покупаю этот дом. Хорошо, выплачивайте деньги. Выплачивайте? Короче, ребята, мы сейчас купили у этого человека дом, и он ушел. Он нам сказал, то, что ключи он даст прямо сейчас. И через вариант сходит за ключами. Хорошо, ждем его. Короче, ребят, все, он мне дал рычаг, и как бы, Кать, официально это теперь наш дом. У нас дом теперь есть, супер. Есть, Кать, у нас дом. У нас дом, у нас дом. Вот, круто, отходи. Все, заходи. 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 Ты чё прыгаешь? Не получается, не отсюда шоу. Да, смотри. Вот. Ты где? Кроватка, сундучок. Сундучки. Можно поспать. Я сейчас тоже пойду в другую комнату посмотрю. Здесь вторая кровать. Тут есть хотя бы вторая кровать. Не вижу. Где? Где? Одна на втором этаже. У нас двухэтажный дом. Смотри, сколько тут темно. Есть, тут есть вторая кровать. Но тут очень темно. Слишком темно. У меня даже факелков нет. А, есть, у меня есть куча факелков. Сейчас засветим наш дом. Что? Что, Кать? Даже пианино есть. Вау. Или просто торгующий дом. Конечно, перестройку, конечно, сделать. Вот ванну, но ванну я не буду перестройку делать.
такой, какая есть, ванна такая будет. Мне нужно вот такой факел. Вообще, вообще красота. Ты где сейчас? Да, пока что иди ложись спать. Даже пойду поспать. Ох, спокойной ночи, как говорится, не понятно. Ну ладно, все, спокойно ложись, Катя, спать. И потом утром сделаем перестройку. Да реально я устал. Легла? Ложись. Спокойной ночи. Доброе утро. Туда, конечно, туда купили. Смотри, туда же проверять на наш... Наступи на эту пластинку. Смотри, я зарегистрирую, что это нужно. Всё, давай, не вставай. Ты будешь зарегистрирован. Видишь, сам прозвучал звук, ты зарегистрирован. Пускай. Катя, а давай перенесем твою кровать в другое место. Ну, короче, давай перенесем вообще другое расклад. Маленькая такая. У нас будет в одной комнате. Будет она красивая. Я сейчас уберу вот это. Что ты где? А? Около двери? Да? Да? А, ты застряла, да? Это рычаг там. Там рычаг, нажми на рычаг. Тик такой небольшой решил сделать. Я не знаю, зачем это сделать. Потому что секретный проход. Сундуки. С алмаз. Короче, с нашими деньгами. И с драгоценными стенами. Всем то, что мне нужно. Ты где сейчас? Зачем ты коверку сломала? Светлана? Ты еще... Ну смотри, наш дом новый. Рассматриваю его. Здесь проход, где мы будем есть. Это не кухня. А вот кухню я сейчас сделаю. Что? Ты сохранить его эти нажал случайно? Телефон выключился? Ну что сключишь? Конечно, жалко. У нас реально дом хороший так получается. Получается, вот так сделаем, все правильно. Тебе будут доски, колосики, инструменты. Посмотри, как у меня. Сейчас я положу. Ты уже тут выложил, ладно, карту, одежду, чернильные мешки эти, кости, пистолетики, зачем ты сюда делаешь? Да, давай. Ты их выбросила. Так, уголек. Еду нужно туда в другое место. Ну, нужно еду положить. Я пока это разберу. Ну, еще, ну, где дерево, я положу свой материал. Вот. Вдруг еще пригодится. Конечно, мы ее сперли, мы за нее заплатили только за час. Мы ее сперли. Нужно кухню построить. У нас кухня. Я тебе сейчас кое-что покажу.
очень много кнопок. Так что, ну все, ребята, я заканчиваю это видео. А может, посмотрите, я просто скрим. В этой серии мы сделали достаточно много всего. Купили дом, и Катя как раз скрим, я забыл про нее сказать. Мы купили дом, и очень крутым всего можно сделать. Спасибо всем за просмотр, всем пока. А ты говорил, что можно жить в деревне? Нет, смотри, мы развели. Всем пока.